Всем привет, вы на телеканале Рефери ТВ. И мы сейчас пооткрываем немного паки. У нас закончился наконец-то сезон так, нечто восхитительное, как мы надеемся, поможет вам в следующем крупном мероприятии Хоккей Ультимейт. Здесь, по идее, должен находиться, не знаю, наверное, игрок года. Вот, собственно говоря, закончился сезон, выдались паки за сезон, по результатам. Вот, у меня их будет 4 пака, вот, ну и, соответственно, давайте смотреть, что же у нас тут выпало. Огромный набор, здесь 9 золотых редких игроков и 3 шанса получить коллекционный предмет. И поехали. Брэндон Галлахер, давайте вот так вот сделаем, как я больше люблю. Томас Хёртл, Тайлер Майерс, Финёв, Ларкин, Квотербек, Мюррей, Шейн Доун, Кутюрье, Боума, Ховард, Кронволь. Ну и все, да. Ни хрена у нас тут не выпало. Может, коллекционные предметы какие-то? Нет. Здесь их тоже нет. Ну что, это у нас все квиксельные ребята, собственно говоря. Давайте тут вот эти вот вещи мы отправим к себе коллекцию, а это, соответственно, это у нас вот эти ребята у нас квиксельные. Так, ну и давайте еще один. Посмотрим, что же здесь у нас. И здесь у нас понятно, Стэнли Кап плей-оффс. Это сейчас идет коллекция, собственно говоря. Сбор коллекции на игроков плей-оффа. Ну, пусть пригодится. Вот, ну что, а сейчас я буду переходить на другие аккаунты и будем постепенно их тоже открывать, что там. Так, ну вот, собственно говоря, здесь наш набор. Здесь 5 золотых редких игроков. Давайте посмотрим, что здесь. Опа-на! И вот нам выпадает игрок из команды недели. Что еще у нас хорошего здесь? Больше ни хрена хорошего, но хоть что-то. Вряд ли он много стоит. Да и плюс смурги какие-то не очень понятные. А больше у нас ничего интересного здесь. Но, по крайней мере, тут состав не очень сильный. Все они, я думаю, вольются в команду. Вот. А мы переходим тогда на следующий аккаунт и начинаем смотреть последний пак. Ну и, собственно говоря, последний набор. Давайте его откроем. Да, начинается у нас все не очень хорошо. Ну, давайте, хоть один толковый хоккеист, Алекс Киллорн. Так, Ворбата. Ну и, да, вообще полный хлам. Ну да, и даже коллекционного ничего интересного не выпало. Вот, ну, собственно говоря, вот такие вот были паки. Не очень хорошо они все закончились у нас. Вот, ну что, на этом будем заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.